Добрый день. Сегодня у нас распаковка вот таких аккумуляторов Panasonic, приобретенных в розетке. Я их там купила по акционной цене, так что они вышли даже дешевле, чем, допустим, большее количество таких же аккумуляторов с такой же емкостью. И плюс тут еще в подарок вот такой кейс для этих же аккумуляторов. Сейчас я распакую, покажу, как выглядит. Ну вот сам кейс я достала отсюда. Вот он. Пластиковый кейсик, аккуратненький. И вот хотела еще показать тут на задней части упаковки. Вот написано все об этом товаре. Дата выпуска стоит 03.2019 год. Вот они, я так поняла, на 10 лет рассчитаны. Плюс-минус. Да, вот написано 10 лет, так что должно хватить вполне. Сейчас сами батареечки вытяну. Ну, как они смотрятся в кейсике. Вот можно. Закрыл, взял с собой в дорогу. Отличное решение, я думаю. Сами эти аккумуляторы емкостью 750 мАч. Вот что у нас тут написано, нарисовано, где они могут использоваться в телефонах, там, в приставках, в часиках. Так, и спустя 10 лет, я так поняла, 70% заряда должно оставаться. Спустя год использования 90%. Вот. И они выдерживают температуру до минус 20 градусов. Вот здесь написано. То есть не теряют свою емкость даже при низких температурах. Снеговичок нарисован. Аккумуляторы продаются заряженными. Никель-металлогидридные, как я сказала. Вот что еще? Что еще? Тут нет эффекта памяти, то есть можно подзаряжать эти аккумуляторы при частичном потере заряда, и до полной емкости они зарядятся. Вот. И что тут? Ну, наверное, и все. А, количество вот циклов зарядки, разрядки, скажем так, 2100. Как написано здесь на упаковочке. Напряжение 1,2 вольта. Ну, наверное, все, что я могу сказать об этом наборе. Мне понравилась, конечно, и акционная цена, то, что тут кейсик в подарок. Так что повезло. Всем спасибо за просмотр. Кстати, кейс подходит для батареек, как пальчиковых, так и вот этих вот мизинчиков. Всем спасибо.